Всем привет! Вы на канале Old School Games. И сейчас мы продолжим обустраивать нашу базу. Так, вот эта дырка в потолке не очень-то и нравится. Наверное, стоит отделить зону кухонную какой-то стеной. Временно снесем. Картона нет. Понятно. Так, а вход наверх тогда перенесу. Вот здесь, может быть, пускай будет. Допустим, здесь пойдет. А, цветочный торфок. Я могу сделать. Два гвоздя, один лист алюминиевый. Дерева нет совсем. Ну ладно. Идем добывать дерево. Так. А что это за ребята тут стоят такие? Интересно, надо, может, с ними... А! Я же вроде спасал уже здесь. Чего? Ладно. Где я? Ну да, это правильное сохранение. Ладно. Так, что по навыкам? Ресурсы. А я, кстати, собираюсь же выращивать. Что тут? Это бой. Так. Больше урожая. Давай больше урожая. Картон, это все надо. Сюда. Опять лего. Будешь подъезжать, нет? Got it!
интересно, могу ли я создавать здесь это... зельеварение. Нет, видимо, надо идти в место по квесту. А что, я есть хочу? И пить. Так, у меня было с киши молоко. 30% воды. А, ну вот. Нормально. Почистил. А, картонка, дерево и лом. Дерево. Ладно, сделаю. Блин, а я сейчас не переработаю, получается. Ладно. Пусть хотя бы просто быстрее работает. А, ну я, может быть, смогу таки сделать кухню. Закуток кухонный. Если я отделю эту зону. Как тут лучше? Мне тут много для кухни не надо. Так. Точно хорошая идея, тут лестница стоит прямо, скажем так, на проходе. Да, опять снесу. И создам. Здесь пока что. Так, и... Так, получается, надо бы и потолок заделать. Только вот хватит ресурсов. А, так, только мне не заделать. А, сюда я могу поставить, но здесь подниматься, блин. Ладно, в принципе, если сюда, может быть, и норм будет. Здесь у меня пока что семена. А, я же хотел вообще-то сделать горшок.
Один алюминиевый лист и дерево надо. Катастрофически не хватает. Да я и лист не могу сделать. Так, телега, свали. Так, что у нас по... А, кстати, в ломбарде что-то там... Улучшенная какая-то защита. Пойдем проверим ломбард. Телега. Бомблюсь обо все. Да что такое? Поручить клопам. Посмотрим, как пушки справляются, но как-то это... Конечно. Так. Пушки заряжены. Надо будет еще двери поставить. Кулы. Давайте, пацаны, быстрее уже. Утром, что ли? Сколько сейчас время? Я бы сказал, неплохо. Вообще изи. Классно, но более скорострельное, конечно, надо делать. А, я туда заехал, не туда. Интересно есть. Подпор, это пригодится. Так, а ну-ка. Ломбард. Окей. What treasure did you drag out of the trash? О, бутылочная пушка. 10 баксов. What a bargain, бил, right? Конечно. И чё? Это шикарно. Drop by every now and then. I might have something new. I do. Так, все? Все откисли. Что там еще есть где-то? Touch my buns.
See how soft they are. О, я не хочу трогать твои булки, мужик. Так, наверное, все-таки лица решка. Можно же проехать. Так. Do you find dogs hot? Да и... Не надо мне сосиски. А там что? Дерева нет. А тут что, опять не пройти? Что ж такое? О, можно кому-то вломить? Я сюда уже приходил и не мог попасть. Так, а если я так войду? Это хорошо. Углы. Что? Где? Ах ты урод. Через стену что ли кидаешь? Все? Кончились, пацаны. Гирлянда. Да. Рано убрал. Чё тут? Дерево это очень нужно. Do we really need it? Do we really need it? Нам все нужно. Это все очень полезно. Не все, конечно, но большинство. It's a shame that I can't taste it. Нам, да, все нужно. Nice, nice, nice.
Так, да, я забрал. А, так, у меня есть чертеж мегапушки. Могу, в принципе, еще больше улучшить оборону. Даже не знаю, точно мне нужен сад. Или чтобы не ковыряться по помойкам. Когда было дома. О, можно кому-то вломить. Недалеко. Пойдем. А, гриб какой-то. Что этот гриб вообще дает? Где моя телега? Водку с грибом смешать? А, кстати, тут надо как-то наверх подняться. А что, обойти можно? Я хотел подняться, по идее, здесь где-то. Так, а что у меня по дереву? Две такого, пять таких, но дерево, по идее, неплохо уже набрал. Или плетешься на свои залюхи. Так, что тут? А, блин. Что такое?
идее же можно вот так положить. Это... А, ну... Маленький сок, это просроченный. Ну давай выпьем. Химический ингредиент, ну, допустим, здесь пускай будет. Хотя нет, пока что эти справляются. Я хочу персик. Хочу персик. Один алюминиевый лист нужно. Так, а где-то был? А, вот помет. Только что был помет. Где он? Посеял? Семена. Так. И все-таки еще раз помет.
А, так. Так, не потеряйся. Я что, могу просто закидать пометом или что? Как это работает? А. Я вас понял. Так. И что? Собрать. А. Она сквозь проваливается просто. А где моя телега? Что нам дает? 7%. 14. Ну блин, апельсин как будто бы тоже. Да, как и яблоко. А нет, если взять один. А, ну вот он. А что я? Дурацкая лесенка. Так, ну, помет как будто бы... Пускай пока здесь был. Так, сундуки, апельсин. Что дает? О чем пойдет? А есть магазин с семенами, интересно? Как будто бы нет. Ну ладно. А, что насчет скорострельной пушки-то? Медные трубы. А медные трубы делают металлома много. Медь, гвозди. Три гвоздя. Медные трубы. А, так, по-моему, уже могу. Четыре медных трубы надо. Так. Раз, два. Пускай алюминий тоже заодно плавится.
А что такое? Так, скорострельная. Вот. Ну, чтобы там повеселее было. Магаз какой есть. А в этом ломбарде, кстати. Так, тут задание. Задание. А может у клоуна что-то есть, хотя не факт. Двери. Деревянными монетками. Ага. Так, 4 гвоздя надо. Только что была дверь, где-то окно, стена. А что, где дверь? Жарить это все я, конечно же, не буду, но пускай будет запас на всякий случай. Так, и можно, наверное, отправиться
да. Сюда может. Блин, теперь надо закрывать за собой дверь. А телега выйдет туда. Выезжай. И закатывайся сюда. Some men grow beards. Why? It's illogical, impractical, pointless. Still, they persist. There has to be something to it. I want to know what. Don't you? I always knew you were a scientist at heart. Fill this container with hairy individuals, and we'll get to the bottom of this. Throw some bearded guys in the container. Got it. Так, молодой человек, это усы. Усы. А где бороды? Ментов еще сколько. Да что такое, одни менты. Блин, а пацаны, у вас есть бороды? О, у вас есть бороды. The suspect is running away. We're being chased. Time for us to fly. The suspect is running away. Какие вы что-то наагрились очень сильно. Мне столько не надо. Где моя телега? Quick, find a place to hide. Так, тихо. Все. It appears that we got away safely. Так, где я дрался? Так, где-то здесь дрался. А чё, ничего не осталось? Алло, пацаны. Не, это нечестно, я считаю. Сколько времени? 2 минуты на них потратил. Тележку его нельзя закинуть? Так? Нельзя. First victim of our little experiment. Бородач. Пацаны. Есть что? Да что такое? Там мент опять. Too good, pal. Sending power to the max. Don't you die on me. А муха. О, нахрен электрика. It's a good moment to hide. It appears that we got away safely. Сейчас.
Так, что там? Только два? В смысле, был же... Они паряются, что ли? Ёлки-палки, что за подстава? То есть менты бородачи не подходят, да? Не, ну где я тебя сейчас достану, блин? Ты пришнуряют. Ну поднимай ты. Это не бор... У него не было бороды. Ты задолбёшь меня, мент. Пулька вас. Секунды, а я до сих пор прикрыл. Дай поугар. We've lost them, but for how long? Да не справились мы. You're sure taking your time, pal. Find some cover before they see you again. Time's up. Maybe try throwing yourself in next time and rid us of your foolishness. Менты, конечно, мешаются. Еще шокеры свои дурацкие. Надо от шокеров накачать перк. Блин, зажимают. Так, а здесь что за задание, интересно? Пойдем чекнем, что там. А, как раз рядом. Так, я заеду все-таки на базу. А, так. А, более скорость. Что там я привез, кстати? Ты что-то привез? Бурцы. А, я же, наверное, могу более сложные рецепты делать. И поэтому пускай все растет. Всех запинало. Mm-hmm.
мужик, ты чё? То есть даже так? I'm not going there. Все? Или еще кто-то будет это делать? А вторую базу что ли? Так не. В смысле защищается? На второй базе у меня ничего нет. Чел. Надо более мощные пушки. Ай, ладно, пофиг. А, дракорог. Дракорог это же для этого. Для посруда. Наверное, все-таки стоит построить. Опять не еще одну. Так, вихрь. Два листа алюминиевого гвоздя. А, как слезть? Что для улучшения вихря надо? Одна труба, два листа, два гвоздя. Что я хотел? А, лучше. Два гвоздя и дерево кончилось. Понятно. Thank you.
Ладно, это в следующий раз тогда. Лучше голубятня, буду тут защиту улучшать. А, ну и, ну, в общем, тут много чего надо делать. Все, всем спасибо. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки. До скорого.